капризная кошка. Девочка сидела за столом и рисовала картинки. Вдруг пришла полосатая кошка и стала смотреть, что делает девочка. «Что это ты делаешь?» – спросила любопытная кошка. «Я рисую для тебя домик», – сказала девочка. «Смотри, вот крыша, вот труба далее, а это дверь. Что я там буду делать? Будешь печку топить, кашу варить?» И девочка дорисовала, как из трубы домика идет дым. «А где окошко? Ведь кошка прыгает в окошко. Вот тебе окошки. 1, 2, 3, 4, сказала девочка и нарисовала 4 окна. «А где я гулять буду? Вот тут». Девочка нарисовала забор вокруг домика. «Это будет сад», сказала она. Кошка посмотрела и фыркнула. «Какой же это сад? Тут ничего нет». «Подожди», сказала девочка. «Вот тебе клумба с цветами, вот яблони с яблоками, а здесь огород. Тут морковка растет и капуста растет». «Капуста?» – поморщилась кошка. «А где я буду рыбку ловить?» «Вот здесь». Девочка нарисовала пруд, а в пруду рыбок. «Это хорошо. А птички будут?» – спросила любопытная кошка. «Я люблю птичек». «Будут. Вот тебе курочка, вот петушок, вот гусь, а вот и 3 цыпленка». Тут кошка вдруг облизнула и замурлыкала и тихо-тихо спросила. «Ну, а мышки там будут в домике?» «Нет, мышей не будет». «А кто будет мой домик сторожить?» «Его будет сторожить?» Девочка нарисовала будку. «Будет сторожить вот этот домик». Кошка даже хвостом дернула, и шерсть у нее почему-то дымом встала. «Не нравится мне твой домик», сказала кошка. «Не хочу я там жить». И ушла, будто ее обидели. Вот какая капризная кошка. Ребята, если понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Мы всегда ждем вас на нашем канале «Добрые сказки». Пока-пока!